В Казани провели праздник трезвости. Молодые пары и семьи, детвора и подростки были задействованы в различных конкурсах и мастер-классах. За выигрыш всем раздавали соловушки, названные в честь создателя Казанского общества трезвости Александра Соловьева. Затем соловушек дети и их родители могли обменять на призы. К слову, история праздника трезвости уходит своими корнями в 1914 год, когда государь Николай II велел принять меры к уменьшению злоупотребления спиртными напитками, а должностным лицам и учреждениям способствовать борьбе с пьянством. В Казани уже 15-й год подряд состоялся праздник трезвости. Мероприятие в этом году прошло в парке «Черное озеро». Организатором праздника выступает Комитет по делам детей и молодежи Исполнительного комитета города Казани совместно с Центром профилактики зависимости «Выбор» и Казанским отделением Международной независимой ассоциации трезвости. Также активное участие в подготовке праздника приняли члены Казанского епархиального общества трезвости. Данный праздник несет в себе в первую очередь информационную составляющую, то есть рассказать людям, что трезвость и трезвение – это одно из самых главных человеческих качеств, поскольку трезвение всегда приводит к чистоте души, нравственности. Вот поэтому этот праздник поддержим и мы, православные трезвенники. Праздник по традиции сопровождался богатой культурной программой, концертом, играми и конкурсами. Целью такого мероприятия является показать населению, что любой праздник и отдых можно организовать и провести без употребления алкоголя.